Хороша погодка. Вот, то ли дело будет завтра. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories when everything was as bright as the bluest sky. Последние бабочки летают. Now and then when I see your face it takes me away to that special place. But if I stare too long I probably break down and cry. Ребята, ну что сказать вам про Новонежино и дороги? Сами видите, накат, снег, все кататься. Погодка шепчет. Шиповочка, все дела. Посмотрим. Порой заносит так лихо. Нормально. Погнали. Ребят, какая шляпа, эти реплики все, а? Реплика Giant китайская. Километра 3. Молния вообще не выдержала, просто разошлась. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, four hands and then away. Both under influence, we had divine sense to know what to say. Mind is a razor blade, to call for hands of above. One night of magic rush, the start a simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of ребят, ну это моя школа, номер 25 Шкутовского района. Село Романовка. Заехал товарищу в Романовку. Посидели, погуляли. А тут и распогодилось. Смотрите, как классно. Есть время до захода солнца успеть на пристани еще мотануться. При учете минимальной колеи
самая тарелка, только тремя неделями позднее. Колея еще не сформирована, как надо. Ехать не очень просто. Чай и назад. Стемнело быстро. Двигаемся к Новонежино. Солнце такое прям кровавое аж. День прошел на ура. Открытие зимнего сезона состоялось. Есть какая-то прелесть в ночных поездках. Опасно, конечно, но надо обезопасить максимально светоотражающими элементами, фонарями. А так снимаешь что, как полюбительское? Микро сотрясение получил. Сейчас оклевается и улетит. Красавец. Давай, лети.